Табло с курсом валют перенесут в помещение банков. С 24 мая вступает в силу указ Банка России. Есть в нем оговорка. Это не касается публикации курсов валют в СМИ, интернете и в мобильных приложениях банков. Такое решение приняли, чтобы предотвратить деятельность незаконных точек обмена валюты и защитить права потребителей. Эксперты положительно оценили нововведение. По их мнению, проект снизит недобросовестную конкуренцию со стороны нелегальных участников рынка. А покупать и продавать валюту теперь станет возможно по более выгодным курсам.